Zombie Apocalypse. Друзья, всем привет! Рад снова приветствовать тебя в нашем выживании на официальных серверах в Арке. Так, с переходом у меня возникли нюансы, поэтому пробуем проверить, что у нас делается здесь, на этом серваке. Ох, сколько же здесь много этих тварей. Ладно, рискнем оперативно проверить. Пропадет? Нет, это еще наполовину целое. Нормально. Отлично, я нашел еще парочку яичек. Так, пока только один получается, дебаф на меня повешали. Так, далековато? Ну, вроде далековато. Быстренько тогда лутаем. Проверяем. О, и это всего лишь половину здоровья. Ну, слушайте, так отлично. Короче говоря, хорошо, что я еще не перешел. Просто шикарненько. Так, отлично. 52 на 91 сработало, 67 на 92 тогда идем лететь, искать. Летим на юг. 67 на 92. Оказывается, в лесу-то уже могли быть неплохие яички. Смотрим, 20-й, 95-й, 95-й. О, уже даже увеличение по левелу прилетело к нам. Так, какое-то яйцо здесь. По фасту бы его поднять. Но я не успел только чекнуть, сколько получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, ну отлично, ребята, процесс-то пошел. Смотрите-ка, ребят, процесс-то реально пошел. Так, класс. Красота. Так, это что у нас здесь были за координаты гнезда? Так-то, чтобы себе заметить. Здесь были, получается, где-то в районе 55 на 94. Да, было у меня такое, кстати, такие координаты. А, так это наши, кстати, первые координаты, на которых мы пролетали. Они что, уже отреспавнились, что ли, может быть? Прикольно, интересно. Ладно, летим дальше, 67 на 92. Продолжаем дальше двигаться. Кстати, мы здесь были 47 на 79. Ну-ка, давайте проверим, реально. Может быть, нет смысла, может быть, проще тогда здесь на уже полетать. Или тогда вылететь на другой сервак, чуть-чуть там погонять, и потом вернуться на этот же сервак. Так, 47 на 79. Вот откуда мы вообще изначально начинали. Летим на эти координаты в лес тогда. Там тоже было несколько яиц. Так, ну здесь пока что никого не видать. Ну что ж, давайте пробовать искать, где мы были. 47,1 на 79. И 2. Так, ну гнездо вот оно получается у нас сзади. Раз, два, три гнезда. Смотрим, если у нас что-нибудь здесь появилось или нет. Так, в одном вроде бы яйцо лежит. Ну-ка, смотрим тогда внимательно. Я же не мог пропустить, хотя я мог его и не заметить в этой густой растительности. Но сейчас проверяем. Нет, здоровье яйца 100%, они реально спавнятся. То есть реально где-то я полетал минут 30 навскидку, и они спавнятся. Так, ну я тогда не буду пока дейнонихов мочить, пускай остаются. Полетели-ка тогда на следующие координаты слетаем. Прям прикольно, 53, 93 и 7. Открываем наш GPS и айда полетели. Так, вот так вот. Полетели. Взлетим чутка повыше и айда полетели. Чуть-чуть ежней забираем, 53 на 93,7. Так, ну вот яйца. Вернее, гнезда. Смотрим. Блин, два гнезда есть. Два яйца, вернее, есть. Так, стоп, стопе. Дейнонихов здесь много. Красота, отличненько. Так, ребят, наверное, этих надо просто сбросить, чтобы с ними не воевать, может быть, не убивать. Хотя, нет, наверное, лучше их поубивать, переспавнить, так сказать, на этой территории. Да, наоборот, их лучше убивать. Будут появляться новые родители, будут появляться новые, короче говоря, гнезда, я так думаю. Ой, сколько они на меня навешали, тварюги. Какие вы злобные. Так, 90-го левла забили. Ух-ух-ух-ух-ух. Отлично. Тогда, может быть, просто есть смысл тупо по кругу гоняться, не париться. Смотрим теперь это здоровье, да? Все целенькое. Все по красоте. Отлично. Тогда я, в принципе, полный круг, если по списку сделаю, то, наверное, как раз я и выйду на это время, на эти координаты. Надо просто все тогда и лутать. И нечего даже особо куда-то и соваться. 54 на 94. Так, 54 на 94. Так, смотрим в этом регионе, где у нас здесь могут быть гнездышки. Ну, должны быть в этом регионе, но я их пока что здесь не вижу. Так, эти ребята на меня нападают, со мной воюют. Но их гнезд я здесь не вижу. Наверное, стоит их завалить тогда. Подлетим сюда чуть-чуть повыше, перепроверим их гнезда. Здесь, может быть, где-то могут в этом регионе они быть.
Нужно убивать, короче говоря, дейнонихов для того, чтобы их гнезда переспавнивались. Все-таки тогда, я так думаю, это будет более правильно. Ну, здесь я гнезд не нашел. Самих гнезд не нашел вообще. Хотя они должны быть, в теории. Дейнонихов было многовато. Ну ладно, ничего страшного, окей. Так, а еще мне нужны какие-нибудь лучи, начинать потихоньку выгружать яйки. Как бы, два яйка у меня еще имеется. Инвентарь потихоньку, хотя инвентарь, они легкие. По 6 килограмм всего лишь за яйцо, поэтому это нормально, это хорошо. Окей. Тогда нужно проверить следующие координаты, 67 на 92. По порядочку тогда и пойдем вниз этого списка, и может быть как раз и найдем. Так, 67, 92, полетели. 67 на 92, неплохие координаты, вроде можно смотреть. Да, яичко есть, яичко целенькое. Так, здесь я вроде бы сразу два подобрал яичко. Да, отлично, все, круто, круто. Гоу дальше. Так, еще одно гнездо. Здоровье, соточка. Хотя, по факту, здоровье нифига не соточка. Так, ладно, переносим. Здесь большое количество очень гнезд, поэтому надо просматривать внимательно. Можно даже что-то и пропустить, можно что-то и не заметить. Так, ну вроде бы все проверил, больше не видно. Капец, сколько ты на меня навешал дебафов! 140-го левла, да и на них. Что-то вообще не останавливает их. Дыхание от моей малышки 150-го левла. Ух, солидно прожарила, заразка. Так, есть одно гнездо. Координаты видны. По факту, не знаю. Да, отлично, отлично. Есть гнезда, есть яички. Все у нас пошло потихонечку фармиться. Красота. Сейчас проверим тогда. Нет, здесь у нас пусто. И других гнезд вроде бы больше нету. Так, ну что ж, здесь у нас лежит какое-то гнездо. Посмотрим, что нас ждет здесь. Так, в моем инвентаре вроде бы пусто. Смотрим. Целенькое. Ох, наконец-то мы сбили все эти гребаные яйца, и теперь у нас здесь все хорошо. Если что, теперь будем знать, куда летать за яйцами для киблов. Окей, хорошо. Но это лишь только начало. Нам мудохаться гораздо больше по времени нужно будет. 77 на 88. Полетели дальше. Так, кстати... Здесь у нас Лучецкий, внизу бегает одинокий аллозавр, которого можно подслить чутка. Попробовать выгрузить яйца в данное, то, что нафармили. А куда тварь улетела? Не знаю, куда он удрал, но да ладно. Так, идите сюда, яйки. Так, смотрим данные. Блин, все яйца в откате. Как же меня бесит официальные сервера вот в этом отношении. Кстати, а что было в Луче-то, я не глянул. Патроны, чертежи, господи, кому, блин, это надо? А, хотя, подождите, нет. Чертежи на патроны как раз таки мне надо. Или не надо? Их же можно заряжать. Пока сам не знаю, нужны они мне или не нужны. В теории, если мы когда-нибудь в жизни сможем развиться до тека, то там будут они делаться гораздо быстрее. Ну, в теории. В репликаторе в тековском имею в виду. Так, летим дальше. 77 на 88. Так, здесь у нас есть гнездо до кучи с аллозавром. Так. Блин. Ну еще и тебя, кровопийца ты вонючая, не хватало здесь мне, блин. Так, сливайся, сливайся, сливайся. Вот на тебя хоть действует аура 95-го левла Аллозаврус. Так, ну и вот этого парня тоже надо бы подслить. Вот так вот, хорошо. Небольшая война. Мои виверни мне отжали немного здоровья. Так, ну яйцо целое. Это главное, отлично. По ходу действия, думаю, дай проверю. Хоть что у нас здесь в красных подачках можно найти. Ай, ну такое, короче говоря, одни чертежи. А нет, хотя нет, есть один огнемет и седло для богомола. Ну, в принципе, ладно, окей, хорошо. Это еще может быть сгодится для дробилки. Подробить. Ну вот и фляжка запасная на случай, если вдруг откинусь где-то. Ок. Гоу дальше. Так. 78 на 72. Где-то здесь, по идее, должны находиться еще гнезда. Смотрим, чекаем. 78,8 на 72,5. Ну, в теории должны быть где-то здесь. Вроде даже и застроек каких-то таких не вижу, чтобы место было загрифлено. Вроде не загрифлено, но никого не видать. Ладно, пока минус этому месту ставить не будем, но летим дальше. Не нашли мы ничего здесь. Лети на следующие аккорды. Так, 73 на 80. Надо поставить, что это база. Нахер, это, здесь ничего нету. И сюда больше летать не будем. Так, Алика мы тут сгрызли. Ага, так, у нас гнезда внизу. Черт подери! Бля, я очень надеюсь, что я где-то сейчас... У нас идет сохранение.
Блин, вот это вот очень дерьмовые такие моменты, когда ты не понимаешь, что происходит и куда тебя сейчас занесет, елки-палки. Когда можно, блин, занырнуть прямо в самый низ. Если честно, душа в пяточке-то ушла. Так, здесь была явно ловушка для голема. Только что ж видел гнездо. Так, вот гнездо, ок. Бля. Ладно, вот этого Т-раптора бомбанем. Оп, и наверх. Отлично. Так, ну все, здесь гарантированно как бы порядок, потому что здесь мы уже прочекивали. Отлично, хорошо. Летим дальше. Так, в прошлый раз здесь ничего не было, и в этот раз ничего не, блин, нету, потому что здесь территория загрифлена просто-напросто, поэтому здесь яйца и не появляются. Все, больше летать сюда не будем. Так, есть очередное гнездышко, отлично. И, конечно же, целенькое яичко. Короче говоря, с фармом этих яиц проблем не будет. Ну, куда быстрее в любом случае, чем нежели заниматься ютиранусами. Окей, хорошо. Блин, снова на меня кровотечение поднакинули. Так, здесь у нас были координаты 90 и 9, 87 и 6. Блин, ну дейнонихов спавнится много. И, возможно, даже яйца здесь были. Пока не буду минусовать эту координату, наверное, здесь мы яйки собирали. Можно будет потом посмотреть, если что, в записи в своей перемоточке. Так что пока что минусовать это местечко не будем. Надо будет посмотреть, что здесь вообще делается. Что к чему. Го дальше. Полетели на следующее. А возможно, я визуально путаюсь с вот этим местечком. Так, гнездо здесь есть. Я отсюда помечал, что поднимал яйцо. Но сейчас я его здесь не наблюдаю. Так, ну, других мест, как говорится, здесь нету. Окей, ладно, летим дальше. Так, ну что ж, есть гнездо, есть яйцо. По идее, все должно быть с ним в порядке. Блин, где-то впереди там он застрявший получается у скалы. Но вроде бы мне не угрожает, так что можно вставать и лутать. Главное сразу взлетать. Потому что нападение можно ожидать с любой стороны. Так, ну за эти яйца я теперь уже не переживаю, они точно целые. Сколько мы налутали яиц? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 яйца. Не, ну можно еще лутануть, короче говоря, попробовать, чтобы часть из них сразу, если что, пустить на корм, а часть из них вылупить. Летим дальше, пока еще есть возможность, еще чуть-чуть полутаемся. Так, что у нас здесь? Здесь гнездо пустое. Так, ну вот есть еще гнезда, которые надо проверить. Так, вот это вот с яичком. Ага, это там, где у нас были два голема. Все, вспомнили. Окей. Отводим тогда големов теперь в другую сторону. Куда-нибудь вот сюда. Давайте, ребятки, залетайте. Три гнезда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оп. И по фасту теперь сюда, в обраточку. Хлоп, прям, блин, слышно было, как они возле меня, блин, пробежали, заразки. Фух, все, вроде бы свинтили. Проверяем эти. Здесь вроде бы было пусто. Но все, больше испытывать свою судьбу не будем, как бы рисковать не станем. Яичко на место, и айда гоу дальше. Так, дейнонихи есть, а вот кладок не видать. Возможно, не я один их лутаю, так что все может быть. Ладно, здесь не повезло, полетели дальше. Так, здесь дейнонихи что-то тоже бегают, а вот кладки я не вижу. Блин. Грызануло меня. Ладно, кладок не видать. Все, последние сейчас координаты чекаю. Если нет, то начинаем сваливать. Так, что у нас здесь? Отлично, на этих координатах у нас есть гнездышко, и оно должно быть не пустым. Наше последнее гнездо, которое находилось на координатах 70 на 94 и 0. Отлично, все, классно мы сегодня пофармили с яйцами, я думаю, пока покончено. Все-таки больше, чем получается 26 яиц мы налутали, это более чем даже достаточно, скажем так. Можно из них смело половину выкидывать, ну и, в принципе, выращивать. А там дальше уже смотреть, что к чему, куда и как. Летим на зеленый обелиск и будем сейчас готовиться к покиданию этого сервака, ребята. Я думаю, что снимать переход сервера на сервер смысла уже нету, поэтому на сегодняшний день для данной серии хватит у нас уже материальчика. Всем желаю удачи в играх и реале. С вами был Феномен. До скорой встречи, друзья мои, в новых видосах. Пока-пока.